Почему говорим о здоровье позвоночника? Позвоночник начинает болеть в то время, когда человек спит. Люди обращаются за здоровьем о своем позвоночнике тогда, когда уже немного поздно. Здоровье позвоночника начинается ночью, когда вы даете тепло своим мышцам, и диски имеют право расти. Одна из важнейших проблем, по причине которой посетители оказываются в салонах Nuga Best, это проблема позвоночника. У каждого есть, и практически редко у кого в зрелом возрасте, уже тем более пожилом, оказывается здоровым. Большинство людей имеют проблемы, связанные с какими-то нарушениями в самом позвоночнике. Интересный тот факт, что несмотря на весь прогресс медицины за последние, скажем, 20 где-то лет, проблемы позвоночника практически не уменьшились, а увеличились в своем количестве. Появились новые виды операций, появились новые препараты, но воз и ныне там, как говорится в одной известной басне. Что Nuga Best может дать позвоночнику? И чем позвоночнику может помочь маленький турманевый ковер? В позвоночнике есть одна единственная особенность. Не зная ее, невозможно добиться оздоровления. Структурная единица позвоночника – позвоночно-двигательный сегмент. Две кости, приводимые в движение мышцами, соединены связками. И для амортизации имеется межпозвоночный диск – хрящ. И секрет вот в чем. Кость, связка и мышцы для своего здоровья нуждаются в нагрузке. Диск для здоровья должен быть разгружен. И проблема вот в чем. Имею больную спину. Ну, например, самый простой вариант. Сколиоз у ребенка. Сколиоз – это проблема плохих дисков. И где-то позвоночник уже изогнулся дугой. Как лечить такой позвоночник? Обычно рекомендуют массаж и ЛФК. ЛФК для диска вообще не имеет никакого эффекта, потому что любая нагрузка для диска является отрицательной, плохой, убийственной. Диск от любой нагрузки становится хуже. Нагружаясь, амортизатор стирается. Диску необходима первая часть его здоровья – это дать восстановиться. Восстановление. Проблема в самом деле у хрящей и в дисках не в том, что они стираются. То, что диски и хрящи стираются, это абсолютно нормально, это физиологично, это природно. Так создал Бог, чтобы они стирались, эти амортизаторы, во время движения. Проблема в том, как они восстанавливаются. Но восстанавливаться диски могут только ночью, так как днем человек обычно активен. Двигается, работает, сидит, стоит, ходит. Восстановление ночью – это первая задача, без которой невозможно вообще навести порядок в позвоночнике. Если бы я хотел оздоровиться от остеопороза, мне надо было нагружать свои кости. Нагружать я смогу только в том случае, когда здоровый диск. Если я хочу тренировать мышцы, мне опять надо нагружать свой позвоночник. Но нагружать смогу только тогда, когда здоровый диск. Связки – то же самое, надо тренировать, и для этого нужен здоровый диск. Все здоровье в позвоночнике начинается с здоровья диска. Здоровье диска начинается ночью, а не днем, когда люди идут к врачу. Поэтому хождение к врачу днем бесперспективно и с самого начала. Вы ходите к врачу днем, а диск надо оздоравливать ночью. Кто его будет оздоравливать? Лично я сам. Свой позвоночник я оздоравливаю сам. Каким образом? Кто не дает восстанавливаться диску ночью? Ответ очень простой. Напряженные мышцы. Перегрузка, переохлаждение, травмы, воспаление – то, что мышцы приводят в состояние спазма и не дает диску ночью восстанавливаться. Ответом в этом случае является маленькая турманевая керамика компании Nuga Medical, например. Что она дает для диска? Я работаю в офисе. 6-5 часов нахожусь в положении сидя. Или сижу за рулем. Или работаю физически. В любом случае, мой позвоночник к вечеру устает. Причиной этому являются мышцы, которые находятся в состоянии спазма. Все, что мне нужно для начала, это расслабить мышцы. Ночью, дома, я это могу сделать при помощи такой маленькой турманевой керамики. Температура для этого применяется от 50 градусов и выше, до 70 включительно.
Всю ночь можно находиться на турмановом ковре. Турмановый коврик расслабляет, разогревая мышцы. И второе, что делает, улучшает кровоток в самом сегменте. Улучшенный кровоток приводит к лучшему росту диска, восстановлению диска. Это необходимо и в случае дископатии, хороший рост диска ночью, и в случае сколиоза, и в случае протрузии, и в случае грыж дисков. Без хорошего восстановления диска ночью проблема в позвоночнике не решается. Ночь должна быть использована для восстановления диска в позвоночнике. Вернемся к массажу. Сколько по времени необходимо делать такой массаж? Насколько длительно нужно избавить диски в позвоночнике от давления, расслабив мышцы? Берем первую стадию страдания позвоночного сегмента. Это спазм мышц. В этом случае массаж, расслабляющий мышцы, должен применяться 2-4 недели. Вторая стадия – сколиозы или дископатии – 4 месяца. Третья стадия – протрузии или грыжи – 7-15 месяцев. Вся особенность в том, что ни один массажист вам не предоставит, например, 4 месяца массажа. 4 месяца расслабления мышц позвоночника. Максимум, что дает массажист, это 10-15 дней, до 2 недель. В стадии сколиоза, несложная стадия, время, которое необходимо ребенку для восстановления диска, это 4 месяца. Взрослые люди, имеющие протрузии и грыжи, должны посвятить своему позвоночнику 7-15 месяцев. Ни один доктор вами сколько заниматься не будет. Вы имеете маленький турмановый коврик дома. Вы занимаетесь прогреванием своего позвоночника в течение ночи, на протяжении 7-15 месяцев вы даете пункт номер один, необходимый для здоровья своего позвоночника.